Уламдан улам беттештер кызыгандан кызы олтуруп кеме биз чемпиондук беттешке жетип келдик. Нурлан Курманалиев Ахиллес деген кайманаттын ээси жана Бакытбек Дүйшөбай уулу 61 килограмм салмак чен бирдиктеги ВЭФ Глобалдын чемпиондук куруу үчүн ат салышат. Встречаем его соперника, Дүйшөбай уулу Бакытбек. Некоторое время из этих двух бойцов выйдет только один победитель. И только один заберет именно этот пояс. Оба бойца идут без поражений. И оба они лучшие в своей весовой категории, в своем дивизионе. Поэтому, друзья, двум кыргызским воинам, джигитам, бурные аплодисменты!
Слева от меня боец в красном углу, весовой категории 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Ему 26 лет. Чемпион Азии по ММА, призер чемпионата мира по грэпплингу, победитель турнира WF Pro Fight 6, 9, 11, 12 и 14, победитель турниров WF Global 11. Встречаем! Профессиональный рекорд 9 побед, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта международного класса. Команда Pride Team. Тренер из забегов Чингис. Курманалиев Ахиллес Нурлан. И его соперник в синем углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 174 сантиметра. Ему 27 лет. Чемпион по боевому самбо. Чемпион мира по ушу санда. Чемпион Корейской Республики по ММА. Профессиональный рекорд. 5 побед, 0 поражений, 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Атилла. Тренер Миги Калагулов. Встречаем. Дышева Урлу. Бахи. Итак, уважаемые телезрители, долгожданный поединок за чемпионский титул весовой категории 61 килограмм. Встречается два сильнейших бойца в этом дивизионе. Это Нурлан Курманалиев, который идет без поражений уже на протяжении 9 боев. Это 10-й юбилейный бой. И, наверное, он рассчитывает продолжить свою победную серию. А против него выступает не менее мастеровитый боец. С 5 победами без поражений Дюшебай Улубакытбек. В белых шортах, бело-зеленых шортах это боец Нурлан Курманалиев в красном углу, в синем углу. И его противник Дюшебай Улубакытбек. Ну что ж, итак, сразу размен и сразу же проход в партер. Нурлана Курманалиева я хорошо знаю, я лично с ним знаком. Очень мастеровитый боец. Является и сам тренируется, и сам тренирует ребят, является очень мастеровитым грэпплером, очень силен в партере, но и в стойке тоже не даст фору любому. Так что этот боец сегодняшнем поединке даст хороший бой своему сопернику. Он является чемпионом Азии по ММА, призер чемпионата мира по грэпплингу, победитель турниров WF Pro Fight 6, 9, 11, 12, 14 и Global 11 и 12. Дюшебай Улубакытбек очень опытный боец, чемпион по боевому самбо Кыргызстана, чемпион мира по ушу санда и чемпион по ММА. Также является мастером спорта по ММА. Ну что ж, очень напряженная борьба идет сейчас в партере. Вяжет сейчас своего соперника Дюшебай Улубакытбек. А Ахиллес или Курманалиев Нурлан, как его величают, сейчас пытается выйти в активную фазу, выйти в контроль. Но пока что не решается он пойти в партер, потому что, ну, решил все-таки сейчас добивать именно со стойки. Так, скорее всего, сейчас бой продолжится именно в стойке. Так, забрал ногу, Дюшебай Улубакытбек. Неужели сейчас? Так, опасное положение. Ой, как завернул-то, а? Но Нурлан Курманалиев очень опытный, очень волевой боец. Так что просто так он не сдастся. Итак, перевод в партер. Так, предупреждение Нурлану Курманалиеву. Так. Пытается сейчас Дюшебай Улубакытбек взять треугольник. Нет, конечно, очень мало действий. Соответственно, бойцы сейчас должны продолжить поединок стоя. Итак, повреждение. Предупреждение за пассивные действия получает Нурлан Курманалиев. Ахиллес, ну что ж, это знак того, что нужно поактивнее действовать. Так, проход ноги, сразу чувствуется школа грэпплинга. Вообще, клуб Pride Team в основном базируется именно на грэпплинге. Там очень хорошо подтягивает именно партер. Так что Нурлан Курманалиев является одним из флагманов именно этого спортивного клуба.
алып жүрді. Өшінтіп, бірінші раунд орталық бөлігінен өтіп қалды. Шындығында мен қалысыменен өте мақыл болу ербетілім. Ахилес, активді өле беттешті өткөр отқанда көрінді, бірақ әлбетте қалыстар алар чевер, шындығы профессионалдар, андықтан мен байқауған бір нәрселер болса керек. Алып жүрді, Азырынғайлу позицияны тескерсінше, Бақытбек Дүйшебай ұлы елеп кетті. Мұнтықмасын жоқ, бұл жерде азырынша қолданылылық, бірақ қошынсыдағы позиция жақшыдағын бір нәрсе қылғанға әрекет жасай, бұл бұтын қадымкіде байлау алып тұр. Бұл толығыменен атандашты, қандайдыр бір атандашқа чабуылға шыққанға мүмкіншілік бербет. Дағы бір таңғалышты өзі, екі мушкерден қызыл байламтамен шығып алышқан. Байқасаңыздар, мейлейлерінде біреусінікі қызыл, біреусінікі көк болшы керек болшы. Негізінен қызыл бұрыштан Нұрлан Құрманалиев шығыш керек. Ал анын аты бірінші аталды. Азыр болса, мына Құрманалиев ыңғайсыз қырда алға кептелі отырады. Жана, ой-ой, мына соққылары қарақшы меге соққы затқанға ол бойды. Ал жағын әлбетте ауайлашы керек. Бірнеше соққыларды Нұрлан Құрманалиев өткөрі алғаны үшіру, егер де бүгін ал женішке ей ол отырған болса, юбилейлік 10-ші женішіне жететтағын 10 женішменен әлбетті жаратса болады. Бірок азырынша, тескерсінше, Нұрлан Құрманалиев үңғай сауалда қалуда, үстекі бостық соққыларды өткөрі алғаны үшіру, Бақтыбек Дүйшебай ұлы олсы, қайрадан да ұшыл жерде мұнтықмасын қолданым деді, бірақ еміне сұлсыдағы ал іш жүзіне ашыққан жоқ. Екі мұшкерттен әлбетті өте мұқты дайырданған. Бұл чемпиондық құр үшін болған таймаш бұға чейінке беттештерге оқшып, ал 5 минуттен 3 раунд қымес, 5 минуттен 5 раундқа чейін созыла тұрған таймаштағы азырынша бұл болғаны бірінші раунд. Ошол бір ыңғайсыз ауалға Нұрлан түшіп қалды дағын, ошол ауалдан тап-тақыр шыға албай келеді. Жана ұшыл раундтың аяғына чейін Нұрлан әлбетте чыдашы керек болады. Гонг шаңырғаннан кейін кейінгі раундта қайрадан тұру ауалында беттеш уланады. Ал ұшырда әлбетте Нұрлан Құрманалиев азырқыдай ұшыл ыңғай сауалға қалбағанға әрекет жасайды. Деме Нұрландың женішінің саны көп, 9. Ұшыл ұшырда Бақытбек Дүйшебай ұлынықы болғаны 5 женіші бар. Әлбетте болған емес. Аның 5 женіші бар. Женілі ұзасын тартылек. 2 мұшкерден қырғыздың сыймы қол отырған мұшкерлерден де айтсақ болады. Бақытбек Дүйшебай ұлы шынтып бірінші раундты өзінің пайдасына толығыменен шешіп кетті. Айрықша ұшыл орталық бөліктен өтіп қалғандан кейін Бақытбек Дүйшебай ұлы ұшыншалық жақшы әрекеттер жасады. Жада қалса бір агрессив дүйрек болып, беттешті соңына шығарып қойып біле. Бірақ Нұрлан әлбетте тәжірибелілік қылды дағын. Ауалдан құтылып кеткенге жетішті. Нұрлан Құрманалиев 26 жашта. ММА бойынша Азияның чемпионы. Ошондойле грэплинг бойынша дүйнө чемпионатында байгелі орынға ие болған. UFC Pro Fight 6, 9, 11, 12, 14 жана UFC Global 11-12 турнирлерінде беттешкен. Бұл глобалды таптақыр қалтырбай келе жатады. Global 11, Global 12, азыр болса Global 13 турнирінде өзінің күчін сынауды чемпиондық құр. Әлбетте бұл мұшкерге бағынып беріші үшін шол Бақытбек Дүйшебай ұлын ұтышы керек болады. Титулдық таймаш. Екінші раунд, 61 килограмм салмақ чейін бірдегіндегі мұқтылар, екі мұқты. Мұндан өткен бұл салмақы категориясында вефтің алқағында мұшкер жоқ. Мұна ұшыл екі өсі, емі бір қазанда екі қошқордың башы қайнау айтып көт. Анықтан ұшыл екі өсінің бір өсі қана чемпиондық құрды тағынышы керек. Ал үшін алдыда дағы 4 раунд бар. Мұна ұшыл 4 раунд бұл чемпиондық құрдың иесін анықтайды. Дұшылы ұшырда Нұрлан Ахилес деген қайманаттың иесі олсы, Бақытбек ал Атилла деген қайманаттың иесі. Ұшыл Атилладағы Ахилес дағы бар, ұшыл байырқы грек епосында қолданылған ұсымдар, дүйінігі белгілі ұсымдар. Анықтан ұшыл тарихи намды ұсымды қайманатты алып жүрген бұл екі мұшкерлер әлбетте қырғызын желегін далай турнирлерде, далай жерде желбіретеді айтсақ болады. Азыр қайрадан ыңғайлы позицияны Атилла елі отаттағын
ал айрыкча ушул Нурлан Курманалиевке каршы персоналдуу түрдө өтө мыкты даярдыктан өткөн сыяктуу. Очень активно сейчас проходит второй раунд. Начался очень активно, динамично. Обратно забрал спину, но пока что удушения не видим. Держится, держится Нурлан Курманалиев. Ой-ой-ой, опасно. Ногу взял, ногу взял. Так, скорее всего, сейчас дотерпит Нурлан Курманалиев или все-таки сдастся. Очень опасное положение для Нурлана Курманалиева. И хочется отметить очень грамотную технику Дюсебая Улу Бакытбека, который сейчас действует очень нестандартно, очень своеобразно, тем самым ставя под удар и тактику соперника. Так. Так, пытается сейчас выйти в боковой контроль. Так, почти удается. Если сейчас он заберет боковой контроль, то для Нурлана Курманалиева это будет отличным подспорьем. Потому что по очкам, конечно, сейчас по большей части доминирует Дюшабай Улу Бахтбек, который очень часто пробивает. Очень часто пробивает и попадает. Итак, Маунтев, Гранден Паунд сейчас добивание. В гарде сейчас пытается защищаться Нурлан Курманалиев. Пытается сейчас защититься Ахиллес, но пока что не удается ему. Защита пробивает, защиту пробивает сейчас Дюшабай Улу Бахтбек. Но напомню, уважаемые телезрители, что чемпионский бой, чемпионский титул разыгрывается именно в 5 раундах по 5 минут. Поэтому очень много... Так, забирает спину, но до удушения, конечно, далеко. Почему же Дюшабай Улу Бахтбек не забирает удушение? То есть почему не уходит на контроль шеи? Так, так... И вообще Нурлан Курманалиев тоже как-то пассивно действует, не знаю. Такое ощущение, как будто оба бойца устали. Ну, оно и понятно, подустали, но это всего лишь второй раунд. А чемпионский бой будет продолжаться еще 3 раунда. Так что нужно как-то сбалансированно действовать. Так, очень смачные удары, сильные удары. Из-под корпуса сейчас пробивает Дюшабай Улу Бахтбек. Так, добивание, обратно Гранден Паунд. Очень сильные удары приходят сейчас терпеть Нурлану Курманалиеву. Будет ли технический нокаут? Сейчас нет. Он продолжает еще защищаться, есть у него силы. Очень много начал пропускать Нурлан Курманалиев, очень много. Так, режущие удары локтями. Задевает он сейчас висок соперника, так. Бахтбек действует до сих пор в доминирующей позиции. Так, ой, как брутально-то, брутально добивание. И все, все, уважаемые телезрители. Дюшабай Улу Бахтбек выигрывает чемпионский титул весовой категории 61 килограмм. Первое поражение Ахиллеса. Ну что можно сказать, и такое бывает, и такое бывает. Но шенты ПВФ Алтымышпир Глобал 13 турниріндегі 3 чемпиондық құрдың алғачқысы бұл жерде белгілі олды. 61 килограмм салмақ чен бірдігінде Бақытбек Дюшабай Улу татықты жәңішке е олды. Нурлан Курманалиев 1-ші раундың алғачқы мүніттерінді активді болғаны менен, бірақ андан ары 1-ші раундың 2-ші жарым бөлігін жана 2-ші раундың толығы менен беріп қойды. Бақытбекке жәнтеп Бақытбек Дюшабай Улу 61 килограмм салмақ чен бірдігінде ВЕФ Глобал чемпиондық құрының иесі олу аталы ұлтырат. Ошыл Қалықұловтың шакирті Атилла деген қайманатын иесі. ММА бойынша спорттың чевере Ушу Санда бойынша дүйнө чемпионатында жеңіш аталған. Ошынделі Джокердік самбы бойынша чемпион андан сыртқары Ереже Серуш бойынша чемпион. Мына 5-0 көрсөткүчү болсо, азыр 6-0 жетти. Мына 27 жаштагы Бакытбек Дүйшөбай улу 61 килограмм салмак чен бирдиги боюнча на чемпиондук курдун ээси ага татыктуу түрдө ошентип на чемпиондук кур тагылып атат. Албетте биз сыймыктанабыз Бакытбек Дүйшөбай улу менен кийинки турнирлерде башка өлкөнүн мушкерлерин
Албетте жеңет деп аларга каршы чыгат деп үмүттөнөлү. Нурлан Курманалиевке кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Жана Бакытбек. Негизги максатына Бакытбек Дүйшөбай уулу жетти, азыр чемпионго сөз. Ахилестин таманын тапкан окшойсуң. 5 утуш менен 0 утулушу менен жүргөнсүң. 9 победа, 0 поражение менен келаткан чемпионду утуп алдың. Эми алдыга койгон максаттар кандай? Салам алейкум, кыргыз элим. Салам алейкум, Ысык Көл. Баардыгыңарга рахмат. Шунча колдоо көрсөткөнүңөр үчүн. Жана биринчиден Аллахка чексиз шүгүр. Ии атандашыма рахмат чоң. Сыйлайм мен, уважайт этем. Эми спорт экен бул. Жана биринчиден Руслан Кыдырмыш байкеге терең ыраазычылык билдирем. Сатошто дали такой шанс, такую возможность дали на нас. И Токтогонов Эмил агайыбызга, өзүм тренерлериме, Махмуду Юнус и Калыкулов Мирбек жана байкелериме, талай ии спарринг партнер Өктөм Жомарт байкелерге рахмат. Абдырахман Айкет, өтө чоң рахмат айтам. Жана мени колдоп келген Бекиш досум бар, Алмаз байке, мына жерде Төлөгөн досум отурат, колдоо көрсөттү. Рахмат баарыңарга. Келечекте дагы көп-көп бу курду да көп зачта кылам. Куда калса жеңилбеске сөз берем. Иншалла. Рахмат чоң. Мүмкүн болсо Руслан Кыдырмыштан сурайт элем. 66 килограмм салмактагы глобалдын чемпиондук куруна беттеш өткөзүүгө уруксат берсин демекчимин. Суранам. Рахмат баарыңарга. Алла ыраазы болсун. Мен түшүнгөнүм боюнча 61 килограмм салмактан 66 чыгайын деген ой бар. Кол чалар болсун. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, рядом со мной, как вы видите, чемпион тоже, его знают все, звезда ММА Рико Саякбаев Ринат, ему слово. Ассаламу алейкум всем, Ысык Көл. Я сегодня хотел, как говорится, провести бой. Я вызываю тебя, Бакыт, поздравляю в первую очередь. Я хочу вызвать тебя на следующий бой, на пояс WF Global, любой весовой категории. Ринат готов на 61, на 66, лишь бы забрать этот пояс, друзья. Ответ. Также представитель Pride Team Ринат Саякбаев, который выступал в M1 Global и в других промоушенах, вызывает новоиспеченного чемпиона Дүйшөбай уулу Бакытбека на бой за чемпионский пояс. Ну что ж, будем ждать, будем ждать. На стердаун бул жерде орун алып кетти. Ошентип албетте беттешке бир күн калган учурда стердаун болсо, азыр болсо мына ошентип кийинки глобалга чейинки убакытта эле бир глобалдан экинчи глобалга болуп турат. Өзгөчө көрүнүш. Мына ошентип WEF-тагы UFC сыяктуу чоң эл аралык деңгээлдеги ушул уюмдар сыяктуу көркүнө чыгып бара жатат. Ринат Саякбаев албетте биз билебиз, чыныгы тирек трекшотторду жакшы көрсөтүп жүргөн мушкерлердин бири дагы. Ошентип биз эми Ринат Саякбаев Рико деген кайманаттын ээси, ошол Рико менен Атилланын беттешин мен түшүнүгүм боюнча 66 килограмм салмак чейин бирдигинде кийинки глобалдан көрө турган болдук го дейм.